Ми продовжуємо наш ефір, і як уже показали наші оператори, наші режисери, ось так у нас уже є гості, ми раді їх представити. Це Ірина Павліщева, режисер, кавалер Ордена Пошани, чотирикратний володар Золотої маски фестивалю «Південні маски», а також Оксана Ковальова, художній керівник та режисер театру-студії дитячого мюзиклу «Окей». Отож, вітаємо вас. Дякуємо вас. Дуже чарівні гості. За те, що фестивальний вир вас якось вихопили, ми забрали до себе в ефір зранку, дивлячись на те, що хотілося б, можливо, ще поспати, відпочити після вечірніх вистав. Отож, розпочинаємо про фестиваль розмови, тому що дійсно не хотілося б гаяти часу на і перше питання, можливо, це ваші перші враження, які ви можете поділитися з нашими телеглядачами від фестивалю, взагалі який настрій? Тому що театр «Окей» цьогоріч вперше бере участь, так, дійсно, в цьому фестивалі. Отож, які ваші враження вже зараз? Що можна сказати про фестиваль? Ну, я дуже давно хотіла попасти на цей фестиваль, дуже багато приємного слухала і буквально добивалась. Вот в этом году нас пригласили, я, к сожалению, узнала, что он последний. Это действительно жалко. Очень интересный формат, очень много коллективов разных. Мы только вчера приехали, сразу же побывали на двух спектаклях. Это действительно очень интересно. И то, что делает Артём, это, ну, большой социальный труд, большая социальная задача. И должны все это понимать, что это делается для наших, для много поколений вперед. Это задача нас всех делать такой фестиваль, потому что мы растим культурную элиту нашего общества, нашей Украины. Ще хотілося б запитати у вас, як у члена журі, взагалі це вже четвертий в нас конкурсний день, і як за ці дні? Чи вже з'явилися якісь фаворити, чи, можливо, хтось здивував уже настільки, що минулого року, наприклад, такого не було? Вы знаете, я хочу сказать, что вот фестиваль, как всегда, насыщен. Насыщен коллективами, насыщен разнообразными жанрами. И вот как можно любить, имея много детей, как можно, да, фаворитов? Одного, да? Да, одного. То есть фавориты все, потому что вот как-то Артём Александрович за эти годы, вот из 10 сезонов, мы говорим сезонов, а не лет, потому что, к сожалению, один год, да, в связи с ситуацией выпал, вот за 10 сезонов он сумел, как отец, хотя он молод, красив и перспективен, так сказать, как жених. Мужчина в самом свете. Он смог создать семью. Семью и все коллективы, подчеркивая значимость и качество фестиваля, очень много коллективов едут не один, и не два, и не три раза, а практически на протяжении всех этих лет. И вот то, что вы говорите, есть ли фавориты, есть те, в кого влюбляешься заново. То есть коллективы, которые не разочаровывают, которые начинают работать в других жанрах, привозят другие жанры, растут, разнообразят. Мы рады видеть, что детки, которые приезжали малышами, уже приезжают взрослыми, красивыми юношами и девушками. И это радует, потому что я им говорю, что такая разноплановость фестиваля, объединяющая сила фестиваля, и мы готовы бы были принимать еще свою семью. Я думаю, что даже те творческие лаборатории, которыми, кстати, на мой взгляд, очень интересно, в хорошем смысле отличается фестиваль, где иногда говоришь, ну, достаточно там мягко, но жесткие вещи. И когда режиссеры на следующий год приезжают и говорят: спасибо, благодаря вашим подсказкам мой спектакль стал совсем другим, и по зрителю я вижу, что он стал качественнее, вот, наверное, ради этого и стоит быть членом жюри и жить в рамках этого фестиваля. Моє наступне питання до вас, Оксана, в мене таке просте питання. Що ви підготували, ваш колектив, для фестивалю, яку виставу ви показуєте? Это особый спектакль для нашего коллектива, для меня. Так, наверное, про каждый спектакль говорят режиссеры. Но это действительно так. Это «Алиса в стране чудес». Книжку обожала с детства, читала много раз по мере взросления. И каждый раз что-то новое в ней находила. И очень боялась ставить этот спектакль. Потом поняла, что ненормально, это прекрасно. И нужно делать так, как вот сейчас понимаю я и понимают мои дети, как мы, насколько мы выросли. Потому что через год, через два это будет уже другая «Алиса», другой спектакль.
Мы вообще студия мюзикла, и мюзикл такой, знаете, очень сложный жанр, потому что актеры должны уметь и танцевать, и петь, и на высоком уровне, и вести сцен действия. Но получился больше музыкальный спектакль, потому что в «Алисе» очень большая нагрузка на игру слов. Вот в мюзикле как бы их меньше обычно слов, да, там больше такие шоу-номера. У нас много игры слов, игры смыслов, что не характерно для мюзикла. И вот если бы вот из мюзикла убрать музыку, то спектакля бы не было. То если из «Алисы» нашей убрать песни, да, и шоу-номера, то она бы все равно была «Алиса». Это спектакль без возраста, дети там увидят прикольного зайчика, там кролика, Алису, да, постарше дети поймут какую-то игру слов, может быть, да, а еще постарше взрослые уже поймут то, как иногда наши вот рамки социальные мешают нам быть смелыми, мешают нам себя проявить как-то. То есть очень много уровней мы пытались в него заложить по мере понимания наших актеров, потому что они тоже, это дети, это от 7 до 17 лет участвуют в спектакле дети. Вот такой у нас, мы вас всех приглашаем 12 числа в 11 часов в Театр русской драмы на наш спектакль. Приходите, не пожалеете. Кстати, если можно по поводу детских коллективов, я хочу сказать, что как в этом году очень качественные детские спектакли. Они всегда хорошие, но в этом году вот грамотные, качественные, разные. И так было тепло и приятно, когда после, буквально после первого спектакля мамочки с детками, это я сама наблюдала, мамочки там с кучей детей подходили к кассе и уже брали билеты не на завтра, а там кто-то до вторника, кто-то до среды, то есть вот на все детские спектакли брали билеты. То есть фестиваль уже имеет значение, ну и финансовое для театра, и для города, что люди готовы детей воспитывать на наших спектаклях за свои кровные деньги. Ну, это я тоже считаю показатель, потому что, да, в наше не столь легкое время не за все человек готов платить. И нас радует, что вот новые жанры. На уровень, да. Да, уровень, сказать, да. Что вообще детские спектакли, к сожалению, и фильмов в наше время маловато. Вот в Киеве, даже как бы столица культурной Украины, ну так будем говорить, да, иногда некуда повезти ребенка, особенно на музыкальный спектакль. К сожалению, это так. Вот к нам приходят дети на спектакль и говорят, почему вот в русской драме, во Франка так мало спектаклей детских, вот таких, как вот ваш, потому что мы делаем «Дети для детей», да, это более понятно детям, потому что морали, которые читают взрослые детям, они не всегда не воспринимаются. А когда ребенок говорит на твоем уровне, да, на уровне ребенка, то это как вот ровесник ровеснику, и совсем иначе воспринимается детьми. Поэтому я думаю, что детские театры для детей, это в этом есть большое будущее у этих проектов, и должны быть они качественными. И хорошо, что в данный момент сейчас у николаевцев есть возможность посмотреть не только на николаевцев артистов, но и на... Да, они вообще счастливчики, николаевские дети. Пускай приходят на все спектакли. Я хотів ще запитати, взагалі автентичний текст, який ви читали, який вам подобався, так, він все ж таки один. Чи багато змін зазнав цей текст вже в вашій інтерпретації? Це більше були дописування, чи все ж таки ви викидали? Я трижды переписувала сценарій. Спочатку взяла сценарій мюзикла, який був у Баскіна, музика Висоцького, Баскіна, мюзиклі, музикальні сказки. Потім, під потім я написала український сценарій, але там деякі смыслы были втрачены. Поэтому я написала снова еще раз на русском, ориентируясь на книгу. Кое-что было, конечно, выкинуто, но за основу бралась книга. То есть никаких других там вольностей не допускалось. То есть детей ждет оригинал, просто немножко упрощенный. Да, немножко упрощенный оригинал. И обмузыкаленный. Такое слово прекрасное. Обмузыкаленный музыкальный материал Алисы К. І нагадати, хто щойно долучився до нашого ефіру, що в нас в студії є гості Ірина Павліщева, режисер, кавалер ордену Пошани, чотирикратний володар золотої маски фестивалю «Південні маски», та Оксана Ковальова, художній керівник та режисер театру студії дитячого мюзиклу «Окей». Отож, ми продовжуємо розмову, говорили про «Південні маски», про те, що цьогоріч очікувати від, наприклад, колективу «Окей». А зараз хотілося б поговорити про історію, тому що вже 10 сезонів, як я вже сказала, хотілося б дізнатися вже висновки по цьому фестивалю. Що вони зробили значення взагалі фестивалю? Я скажу, да, ну, свої от враження, впечатлення, то, що фестиваль значимий творчески, ми от уже как бы убедились, да.
что он дает возможность любого возраста зрителю найти свой спектакль, найти свое произведение. «Восемь любящих женщин» совершенно прекрасно в зале воспринимали женщины вот моего возраста. Угу. Вчера театр абсурда, а великолепно, вот разновозрастная публика интересна. И сам театр очень взрослый для этого фестиваля, это не так часто бывает. Но вы знаете, что бы мне хотелось сказать, немножечко вот как бы не о творчестве. В связи с ситуацией в стране, я крымчанка, как бы проработав 30 и прожив 35 лет в Севастополе и прослужив в военно-морских силах Украины, понятно, что в той ситуации, которая в Крыму, воспитывая 23 года людей любить одну страну, невозможно было оставаться и переделываться, любить людей другую страну. Когда началась ситуация в Крыму, не было коллектива из фестивальной нашей семьи, кто бы ни звонил ежедневно, ежечасно, не узнавал, как дела, что, чего, чем помочь. Несколько коллективов собирали помощь и присылали, когда наши части воинские были закрыты и голодали там на территории. Киевский театр «Вавилон», когда нам отключили, ну, мы не могли новости правильные смотреть, Киевский театр «Вавилон» ежедневно в 10 часов вечера у нас была связь с Ириной Витальевной, которая рассказывала, что происходит в Киеве, как на Майдане, что, чего и как, и я уже несла эти новости, так сказать, ну, дальше. И когда все-таки жизнь сложилась после референдума так, что мы вынуждены были уехать, то первый человек, который как бы... Вот мы утром приехали, вечером мы уже сидели с Артемом Александровичем, пили кофе, была поддержка и моральная, и, так сказать, ну и давайте искать работу, и давайте как-то обустраиваться, где вас поселить, где что, чего. Черниговский театр «Иллюминатор» собрал средства для того, что Киевский театр «Вавилон» сразу забрал меня членом жюри своего фестиваля, чтобы как-то морально поддержать, отвлечься. Николаеву спасибо, что благодаря фестивалю Николаевское управление культуры как бы, ну, было знакомо со мной, меня сразу пригласили с предложениями о работе. И вот я поняла, что, понимаете, фестиваль, его творческое значение – это параллельная часть единения Украины, вот то, о чем мы говорим, да, «Едина Краина». Фестиваль показал, что творчество объединило по-настоящему, что когда мы говорили там 8 лет или 9, ой, как хорошо, чем много коллективов приезжает, вот мы тут семья, все, а здесь мы почувствовали, что это семья. И сейчас, когда, невзирая на ситуацию, коллектив из Лисичанска, Луганской области приехал, да, и привез деток маленьких, то мы тоже говорим, что Восток – это Украина, и этот фестиваль – яркая политическая палитра того, что, ну, на мой взгляд, что наше единение воспитывает свободно мыслящих людей, детей, которые вырастут в свободно мыслящих людей, которые все-таки будут строить независимое государство, умное, красивое, музыкальное, потому что культура Украины настолько богата, культурное и красивое настоящее общество. А фестиваль маленькое, но доказательство вот именно этому. Ми раді, що ми причасні. Так, дійсно, ми щасливі від того, що взагалі ви сьогодні до нас завітали, тому що зранку, як два ясних сонечка, ви піднімаєте настрій не лише нам, але, я сподіваюся, нашим телеглядачам. Дійсно, спасибі за те, що театральна родина така виникла. Артем Олександрович, звичайно, так, дякуємо за те, що ви підтримуєте зв'язки з цією родиною. І приємно, що дійсно дякуємо за вашу працю. Так, що від слів ви побачили це на справі, те, що дійсно сім'я підтримує один одного. І цей 10-й фестиваль – це підтвердження тому що колективів багато, всі один одного знають, приємно бачити, коли вони там зустрічаються, цілуються, радіють зустрічі взагалі. Тому дякуємо вам за це. І вам дякуємо. За виховання майбутнього яскравого, такого патріотичного покоління. Молодці, чесно, спасибо вам, чесно за це. Дякую.